Мы, когда принимаем архивиста в архив, обязательно проводим беседу же и говорим, что вот архив – это уже последняя инстанция. Если человеку дается отрицательный ответ, ему просто больше некуда пойти. Поэтому у нас очень ответственные работники. Слова признательности в этот день хочу выразить в адрес наших ветеранов, которые отдали много сил и энергии для развития архивного дела. Это Матросов Геннадий Николаевич, Положенцев Александр Николаевич, Котов Владимир Петрович, Резов Петр Михайлович, Байчиков Николай Иванович, Уразакова Баян Жемкеновна, Исажанова Бахаджан Кинжеваевна, Долгова Валентина Владимировна, Терещенко Алла Борисовна и многие-многие другие можно называть и называть. Их опыт, традиции активно используются в деятельности сегодняшних архивистов. Используя опыт архивистов предыдущих лет, сохраняя преемственность в традициях, закладывается фундамент, который дает возможность развитию архивной отрасли в последующие годы. Хочу обратиться, уважаемые работники архивной службы, разрешите еще раз поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам творческих успехов, стабильности и достатка. Пусть работа приносит вам радость и удовлетворение, обогащает знаниями и жизненной мудростью. Будьте здоровы и удачливы. Пусть исполняются все ваши планы и самые смелые мечты.